Руководителя ШПЭД отстранили за управление домами с нарушением лицензионных требований, а именно бездействие на обращение жильцов. Этот факт подтвердила проверка. В одном случае в квартире не работала вентиляция, в другом из-за ненадлежащей уборки снега намокла стена фасада дома. Суд признал виновным генерального директора управляющей компании ШПЭД. Ей назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев по обоим постановлениям. Решение суда в силу еще не вступило. Узнать, что по этому поводу думает директор управляющей компании, не получилось. Дверь закрыта, сторож не впустил. Когда можно будет с ней поговорить?